Today Сегодня we are doing a special type of puja, which is performed in the glory of Ekadasha Rudra. Сегодня мы проводим особого типа пуджу, которая выполняется в честь Экадеша Рудры. Rudra is the destructive power of Shiva, of the spirit. Rudra – это разрушительная сила Шивы, духа. Now, one power, which is his nature, is forgiveness. Одна сила, которая является его природой, это прощение. He forgives because we are human beings, we commit mistakes, we do wrong things, we get tempted, our attention is disturbed, so he forgives us. Он прощает, потому что мы люди, мы совершаем ошибки, мы делаем неправильные вещи, мы подвергаемся соблазнам, наше внимание беспорядочно, так что Он прощает нас. He also forgives us when we spoil our chastity, we do immoral things, we do thieving, and we do things that are against God, talk against Him. Он также прощает нас, когда мы наносим ущерб нашему целомудрию, мы совершаем аморальные поступки, мы воруем, и мы делаем вещи, направленные против Бога, говорим против Него. Он также прощает нашу поверхностность, зависть, нашу похоть, наш гнев. Our attachments, petty jealousies, vanities, and also possessiveness. Также Он прощает наши привязанности, мелочную зависть, тщеславие, а также собственничество. He forgives our egoistical behavior. And also our subordination to wrong things. Он прощает наше эгоистическое поведение, а также нашу подчиненность плохим вещам. But every action has a reaction. And when he forgives, he thinks that he has given you a big grace mark. And that reaction builds up within him as a wrath against those who are forgiven, try to do greater mistakes. Но каждое действие имеет реакцию, и когда он прощает, он думает, что он дал вам знак большого благоволения, и эта реакция возникает в нем, как гнев против тех, кто прощен и кто пытается делать еще большие ошибки. Especially after realization. Because such a big blessing there is of the realization, you've got the light, and in the light, if you are holding on to a snake, then his wrath goes up because he sees how stupid you have been. Особенно после реализации, потому что таким большим благословением является реализация. Вы получаете свет, и в этом свете, если вы держите змею, тогда его гнев нарастает, потому что он видит, как глупы вы были. Простите, Шриматаджи, это длинное предложение. То, что я говорю, состоит в том, что после реализации особенно, он гораздо более чувствителен к тому, что люди, которые прощены и которым была дана такая большая вещь, как самореализация, все еще продолжают делать плохие вещи.
and wrathfulness starts increasing. Тогда он гораздо сильнее гневается, поэтому в этом балансе его прощение начинает уменьшаться, а гнев начинает нарастать. Но когда он прощает, и в результате этого прощения вы чувствуете благодарность, then his blessings start flowing towards you. Тогда его благословения начинают течь к вам. He gives you tremendous capacity to forgive others. Он дает вам колоссальную способность прощать других. He pacifies your anger. He pacifies your lust. He pacifies your greed. Он успокаивает ваш гнев, он успокаивает вашу похоть, он успокаивает вашу жадность. Like beautiful dewdrop, his blessings come on our being, and we become really beautiful flowers. Его благословения орошают нас, как прекрасные капельки росы, и мы на самом деле становимся прекрасными цветами. And we start shining in the sunshine of his blessings. И мы начинаем сиять в солнечных лучах его благословений. Questa fioritura delle sue benedizioni. Now he uses his wrath or his destructive power to destroy all that tries to trouble us. Он использует свой гнев или свою разрушительную силу, чтобы уничтожить все, что пытается беспокоить нас. He protects realized souls at every point in every way. Он всячески защищает реализованных душ во всем. Negative forces try to attack a sadyogi, but they are all neutralized by his tremendous power of protection. Негативные силы стараются атаковать сахаджа-йога, но они все нейтрализуются его колоссальной силой защиты. Through his vibratory awareness, we are guided into right path. Его вибрационное осознание ведет нас по правильному пути. All the beautiful blessings of his are described in the Psalm 23, isn't it? That's the 23 Psalm. The Lord is my shepherd. Is all described how he looks after you like a shepherd. Все его прекрасные благословения описаны в 23-м псалме. В 23-м, не так ли? Господь пастырь мой. Господь пастырь мой. И в нем все описано, как он ухаживает за вами, как ваш пастырь. Но он не заботится о злых людях. Он уничтожает их. Still carrying on with their evil nature, are destroyed. Те, кто пришли в сахаджа-йогу и продолжают сохранять свою злобную природу, уничтожаются. Those who come to sahaja-yoga and do not meditate and do not rise, he destroys. Те, кто пришли в сахаджа-йогу и не медитируют и не растут, уничтожаются им. Or they are thrown out of sahaja-yoga. Или же они выбрасываются вон из сахаджа-йоги. Тех, кто ропщит против Бога и живет так, как не следует жить сахаджа-йогу, он устраняет их. So by one force he protects, by another force he throws away. Так что одной силой он защищает, а другой силой он выбрасывает. But his destructive forces, when they are built up too much, then we call it now the Ekadasha Rudra is active.
Но когда его разрушительные силы слишком сильно наращиваются, тогда мы называем это «сейчас Экадеша Рудра является активной». Now this Ekadasha Rudra will be expressed when the Kalaki itself will start acting, means the destructive power which will destroy all that is negative on this earth and save all that is positive. Эта Экадеша Рудра будет выражаться, когда сам Кальки начнет действовать, что означает разрушительную силу, которая уничтожит все, что является негативным на этой земле, и спасет все, что является позитивным. So it is very necessary for Sahaja Yogis to expedite their ascent, not to be satisfied with the social life or married life, or with all the blessings that God has bestowed upon you. Поэтому сахаджа-йогам очень необходимо ускорить свое восхождение, не удовлетворяться социальной жизнью или брачной жизнью, или же всеми благословениями, которыми Бог одарил вас. We always see what God has done for us, how He has been miraculous to us, but we have to see what we have done to ourselves. What are we doing about our own ascent and growth? Мы всегда видим, что Бог сделал для нас, какие чудеса Он творил ради нас, но мы должны видеть, что мы сделали для самих себя, что мы делаем для нашего собственного восхождения и роста. Now the out of the 11 Ekadasha means 11. The 5 come from the right side of your void, and 5 from the left side of your void. Из 11 Экадеша означает 11, 5 выходят из правой стороны вашего воида и 5 из левой стороны вашего воида. The first 5 on the left hand side come from if you have bowed yourself to wrong gurus. Первые 5 на левой стороне выходят, если вы поклонялись не тем гуру. Or if you have read wrong books. Или если вы прочли не те книги. Or if you have been in the company of wrong people. Или если вы находились в обществе плохих людей. Or if you have been sympathetic towards people who have been following wrong paths. Или если вы симпатизировали людям, которые следовали не по тому пути. Or you have been yourself a one of the agents or guru of these wrong people. Или если вы сами были одним из агентов или гуру этих плохих людей. Now these 5 problems can be solved if we completely give up whatever wrong we have been doing. Эти 5 проблем могут быть решены, если мы полностью отказываемся от всего плохого, что мы делали. Abbandoniamo completamente tutto quello che abbiamo fatto finora. As Muhammad Sahib has said that you have to beat the shaitan, means the satan, with shoes. But that has to be done not mechanically, but from your heart. Как сказал Мохаммед Сахиб, что вы должны бить шайтана, то есть сатану, туфлёй, но это следует делать не механически, а от всего сердца. Like many people who come to Sahaja will tell me, my father is following this guru, that father is following that guru, and get involved with their father, mother, sister, this, that, and try to take them out from those gurus, also get entangled. Как многие люди, которые приходят в Сахаджа-йогу, говорят мне, мой отец следует этому гуру, тот следует тому гуру, и вовлекаются в дела отца, матери, сестры, этого, того, пытаясь забрать их от этих гуру, и также запутываются. Or some of them yield to others' forces. Like I know of
Maureen, who was with me, and her parents and parents-in-law said that the child must be baptized. I told her, you cannot get this child baptized because Surya lies so. Или некоторые из них уступают этим другим силам. Как я знаю Маурину, которая была со мной, а ее родители и родители ее мужа сказали, что их ребенка нужно крестить. Я сказала ей, ты не можешь крестить этого ребенка, потому что он реализованная душа. Но она не смогла противостоять им в этом, и она крестила ребенка, и этот ребенок стал очень странным. Он вел себя как очень безумный ребенок. Now then she was she gave up all that, and so she has saved. But supposing she had another child, she would have done the same thing. The second child would have been something very very bad. Теперь, когда она отказалась от всего этого, она спаслась таким образом. Но предположим, если бы у нее был еще один ребенок, и она сделала бы с ним то же самое, то этот второй ребенок мог стать чем-то очень-очень плохим. Now the trouble with Sahajyogi is that anybody who comes to Sahajyoga program thinks he's a Sahajyogi. It's not so. Проблема с сахаджа-йогами состоит в том, что любой, кто приходит на программу сахаджа-йоги, думает, что он сахаджа-йог. Это не так. Either you should have very strong sensitivity, or you should feel it in your body, or with your intelligence you should understand what is sahaja. Либо вы должны обладать очень сильной чувствительностью, либо вы должны чувствовать это в своем теле, либо своим разумом вы должны понимать, что такое сахаджа-йога. A person who is still negative always gets attracted towards another one who is a very, very powerfully negative. Человек, который все еще остается негативным, всегда притягивается к другому, кто является очень, очень мощно негативным. And does not understand that the other person is so powerfully negative, but gets impressed. И не понимая, что этот другой человек столь мощно негативен, оказывается под сильным впечатлением от него. Under such circumstances, such a person is hit by that negative person, and Shiva cannot protect. При таких обстоятельствах такой человек получает удар от этого негативного человека, и Шива не может защитить его. One should not have sympathy with anyone who is negative, whether he is mad, whether there is something wrong with him, whether he is your relation or anything. No sympathy of any kind. On the contrary, a kind of a anger should be there for that person. Kind of a detachment, angry detachment. Quindi non possiamo nutrire nessun tipo. Не нужно сочувствовать никому, кто является негативным. То ли это безумный человек, то ли с ним что-то не в порядке, то ли это ваш родственник или кто угодно. Никакого сочувствия ни в каком виде. Напротив, должен быть определенный гнев в отношении этого человека, своего рода непривязанность, гневная непривязанность. When you have to be angry. И эта гневная непривязанность должна быть единственным случаем, когда вы должны быть разгневаны. But I have seen people who have anger for very good sahajyogis, but not for their own husband or wives, who are extremely negative. Но я видела людей, которые гневались на очень хороших сахаджа-йогов, но не на своих собственных мужей или жен, которые являются крайне негативными. So when the Ekadasha Rudra starts acting on these five sides, on the we should say on the right side it moves because it comes from the left and moves to the right side, then a person starts becoming negative but acting with his ego. Итак,
Когда Экадеша Рудра начинает действовать на этих пяти сторонах, мы должны сказать, что она движется по правой стороне, потому что она приходит слева и движется к правой стороне. Тогда человек начинает становиться негативным, но действует под влиянием своего эго. Такой человек может взять ситуацию в свои руки и сказать, что «я такой-то и такой-то сахаджа-йог, и таков, что мы должны делать таким образом, и мы должны вести себя таким образом», и начинает диктовать людям. Он может делать все, что угодно. And some mediocres or some half-baked sahajogis may try to understand, but most of them will know that this fellow is going out now, he's on his way out. И некоторые посредственные, и некоторые незрелые сахаджа-йоги могут попытаться понять его, но большинство будет знать, что этот человек сейчас уходит. Он находится на пути к своему выходу. So, all these things lead to this left side development, or we can call it on the head, on the right hand side of your medha. This plate. Brain plate is called as medha in Sanskrit language. Поэтому все эти вещи ведут к этому левостороннему развитию, или мы можем назвать это на голове на правой стороне вашей медха, этой плоскости. Плоскость мозга называется медха на языке санскрит. The right-sided one comes from the idea people have that I am myself a big guru. Правостороннее же исходит из представления, которое есть у людей, что «я сам большой гуру». They start preaching about Sahaja-йога also as if they have become great gurus. Они также начинают проповедовать Сахаджа-йогу, как будто они стали великими гуру. We have known some people who give big lectures in any program, I never allow my tape to be played or anything. They think they have now become experts. Мы знаем некоторых людей, которые читают большие лекции на любых программах и никогда не позволяют проигрывать мои записи или что-то еще. Они думают, что они теперь стали специалистами. Then some of them say that now we have become so great that we need not do any foot soaking or anything. There's no need to do meditation. There are some like that also. Затем некоторые из них говорят, «Сейчас мы стали такими великими, что нам не нужно выполнять никакого вымачивания ног или еще чего-то, нет необходимости медитировать». Существуют также некоторые люди подобного типа. И затем есть некоторые, которые говорят, «Грех никогда не сможет коснуться нас, мы теперь сахаджа-йоги, мы очень великие развитые души». Who just take my name, saying that mother has said so, and I'm telling you because mother has said, when I've never said such a thing, it's all falsehood. Но хуже всех те, которые просто используют мое имя, говоря, мать сказала так, и я говорю вам, потому что так сказала мать, в то время как я никогда не говорила так. Это все ложь. Now there are some people who use Sahaja-yoga money and exploit Sahaja-yoga in such a way, exploit them. Sahaja-yogis also sometimes. Есть некоторые люди, которые используют деньги сахаджа-йоги и эксплуатируют сахаджа-йогу таким образом. Эксплуатируют иногда также и сахаджа-йога. И такие люди становятся очень неблагоприятными. Anyone who tries such things will go out of Sahaja-yoga with disgrace. Любой, кто пытается делать такие вещи, уйдет из сахаджа-йоги с позором. But one should never go near such a person. Have nothing to do with such a person. Have no sympathies. Но нельзя и близко подходить к такому человеку. Нельзя иметь ничего общего с таким человеком. Нельзя иметь никакого сочувствия к нему. Because this inauspiciousness will hurt anyone to any extent, so better keep out of such people.
Потому что это неблагоприятствование будет вредить каждому до любых пределов, поэтому лучше держаться подальше от таких людей. When these 10 Ekadashas are developed within a person, then definitely such a person gets diseases like cancer and incurable horrible diseases. Когда эти 10 экадеш развиваются в человеке, тогда определенно такой человек получает болезни, такие как рак и неизлечимые, ужасные болезни. Especially when the 11th one, which is actually here, which is the Virata's chakra, which is the collectivity, when it is affected as well. Then such a person cannot get out of this disease. Особенно, когда 11-я, которая фактически находится здесь и которая является чакрой Вираты, которая является коллективностью, когда и она затрагивается, тогда такой человек не может избавиться от этой болезни. But these, out of these even five, are combined, supposing, with Muladhara, or with Agya, then they get into very serious type of dirty diseases. Но когда даже пять из них комбинируются, предположим, с Муладхарой или с Агьей, тогда они получают грязную болезнь очень серьезного типа. That's why I always say that be careful about your Agya chakra. Вот почему я всегда говорю, будьте осторожны с вашей агья-чакрой. Because that is one of the worst thing, that once it starts getting combined with these ekadashas, part of the ekadashas, then anything can happen to a person. He can meet with a horrible accident, he can suddenly be hit by someone, could be murdered by someone, anything can happen to such a person. Who has got the right agya, and also any one of the ekadashas, right or left? Потому что это одна из наихудших вещей. Как только она начинает комбинироваться с этими экадешами, частью экадеш, тогда с человеком может случиться все, что угодно. С ним может произойти ужасный несчастный случай, его может неожиданно ударить кто-то, может убить кто-то. Все, что угодно может случиться с таким человеком, у которого правая агия сочетается с какой-либо из экадеш, правой или левой. Any one of the fives, if they combine with Agya chakra, the protective power of God are minimum. Это означает, что когда пять из них, любые пять экадеш, комбинируются с Агьей чакрой, тогда защитные силы Бога минимальны. So to keep your Agya chakra right, say now I'm speaking. Now you should watch me constantly, so that there is thoughtless awareness and the Agya chakra is soothed out. Поэтому, чтобы поддерживать в порядке состояние вашей агьи-чакры, вы должны непрерывно смотреть на меня, как, скажем, сейчас, когда я говорю, с тем, чтобы вы вошли в безмысленное сознание, и ваша агьи-чакра успокоилась бы. Не перемещайте все время ваше внимание то туда, то сюда. Then you will find that gradually your attention will neutralize into thoughtless awareness. Тогда вы обнаружите, что постепенно эти колебания вашего внимания растворятся в безмысленном осознании. And your attention would be fixed in such a manner that you don't have to worry about anything. И ваше внимание стабилизируется таким образом, что вам не нужно будет беспокоиться ни о чем. In thoughtless awareness, nobody can touch you. That's your fortress. В безмысленном осознании никто не может прикоснуться к вам. Оно — ваша крепость. By meditation, one must establish thoughtless awareness. That is the sign that you are rising higher. Безмысленное сознание необходимо устанавливать посредством медитации. Это признак того, что вы поднимаетесь выше. Many people do meditation and say, all right, mother, we are doing mechanically, they do. And they say, yes, I did this, I did this, I did this.
But did you achieve your thoughtless awareness minimum of minimum? Многие люди делают медитацию и говорят: «Мать, мы ведь делаем ее», но они делают ее механически и говорят: «Да, я делал это, я делал это, я делал это». Но достигли ли вы вашего безмысленного осознания, минимума из минимума? Ощутили ли вы прохладный ветерок, исходящий из вашей головы? В противном случае, если вы делаете что-то механически, это не поможет. Не поможет ни вам, ни кому бы то ни было. So after realization, as you are very well protected, you have all the blessings and a great future, you also have a great possibility of a complete annihilation. Поэтому, после реализации, поскольку вы очень хорошо защищены, вы имеете все благословения и великое будущее, но вы также имеете великую возможность полного уничтожения. I would say, to give an analogy, you are climbing, and everybody is supporting you to climb, holding your hand, and there are so many things by which you are protected to be taken upward. There is no possibility of falling off by mistake also. But if you try to remove your bondages with truth and love, and all the time try to hit the people who are trying to support you, then you fall from a great height. Greater height. Я бы сказала, чтобы провести аналогию. Вы взбираетесь в гору, и все поддерживают вас в вашем восхождении, держат вас за руку, и существует столь много вещей, осуществляющих вашу защиту в этом восхождении, так что вы не сможете упасть, даже совершив ошибку. Но если вы пытаетесь удалить свою связку с истиной и любовью, и все время стараетесь нанести удар людям, которые поддерживают вас, тогда вы упадете с большой высоты, большей высоты. Потому что я имею в виду, что чем выше вы подниметесь, тем с большей высоты вы упадете. And with a greater force also, much go deeper. И с большей силой также, и гораздо глубже. But every effort is made by the Divine, every support is given to you, every care is taken. Despite that, if you want to fall, then from that height, is very dangerous. Но Божественная Сила прилагает все усилия, она дает вам всяческую поддержку, она всеми способами заботится о вас. Но если, несмотря на это, вы хотите упасть, тогда падение с этой высоты очень опасно. But Ekadashi Rudra at that time, at such a time, when somebody tries to harm the cause of Sahaja Yoga after being in Sahaja Yoga, then hits you so badly that the whole attack is very widespread. В этом случае, если вы пытаетесь нанести ущерб делу Сахаджа-йоги, уже будучи в Сахаджа-йоге, тогда Экадеша-рудра наносит вам очень сильный удар, причем ее атака идет по широкому фронту. But the whole family can be protected if there are few people of that family doing Sahaja Yoga work. Could be protected. But in case the family that is against all the time of Sahaja Yogis and try to trouble them can be completely destroyed in a very bad way. Но вся семья может быть защищена, если в этой семье есть несколько человек, которые работают ради Сахаджа-йоги. Но в случае, если семья все время противодействует Сахаджа-йогам и старается беспокоить их, тогда она может быть полностью уничтожена, при этом очень плохим образом. Now these Ekadasha Rudras come out of, as I told you, from the void. Как я сказала вам, эти Экадеши Рудры выходят из Войда. So we can say that the destruction part of it comes from the void mainly.
Поэтому мы можем сказать, что разрушительная сила ее приходит главным образом из Войда. Но все эти силы даны одной личности, то есть Махавишну, то есть Господу Иисусу Христу. Because he is the support of the whole universe. Потому что он является опорой всей вселенной. He is the personification of Omkara. He is the personification of vibrations. So when he gets angry, then the whole universe starts breaking. Он является воплощением Аумкары. Он является воплощением вибраций. Поэтому, когда он начинает гневаться, тогда вся Вселенная начинает разрушаться. As he personifies the power of the mother, which is penetrating into every atom, into every molecule, and to every human being, into every that is living and non-living. Once it gets disturbed, the whole thing gets into a jeopardy. Так как он воплощает силу матери, которая проникает в каждый атом, в каждую молекулу, в каждое человеческое существо, во все живое и неживое, как только ее спокойствие нарушается, тогда все в целом подвергается опасности. Поэтому очень важно доставлять удовольствие Христу. Now Christ has said, you have to be like small children. That is the innocence, the purity of heart is the best way you can please Him. Христос сказал, вы должны быть как малые дети, то есть невинными. Чистота вашего сердца является лучшим способом, которым вы можете доставить ему удовольствие. As in the West, especially people have developed their brains too much. They try to play about with words and think that nobody knows what they are doing. Поскольку люди, особенно на Западе, слишком развили свой мозг, они пытаются играть со словами и думают, что никто не знает, что они делают. All such people must know that everything you do is known to God. Все такие люди должны знать, что все, что вы делаете, известно Богу. If you are not clean in your heart, it is very dangerous for anybody to pose as if he is a very good surgeon. Если вы не чисты в своем сердце, это очень опасно для каждого, кто становится в позу и считает себя очень хорошим сахаджа-йогой. Quello che stanno facendo, specialmente se sono sahaja-yogis. Such people are not possessed, nor they are conditioned, nor they are egoistical, but they are very cunning, clever people, and they are quite aware as to what they are doing. Такие люди неодержимы, они не отягощены условностями, они не эгоистичны, но они очень хитрые, умные люди, и они вполне осознают, что они делают. But there are people who get possessed also, and then they try to destroy themselves or cry and weep and do all kinds of things. Но существуют также и люди, которые одержимы, и из-за этого они пытаются уничтожить себя или же плачут, рыдают и делают всевозможные вещи. There are some who think that if they hurt themselves or do some sort of an extreme thing, then God will be happy, are sadly mistaken. Есть некоторые, которые думают, что если они причиняют вред себе или впадают в какие-либо крайности, тогда Бог будет доволен. Это досадная ошибка. If you cannot enjoy in Sahaja Yoga, then you should know there's something wrong.
Если вы не можете наслаждаться в сахаджа-йоге, тогда вы должны знать, что с вами что-то не так. If you cannot feel happy in Sahaja Yoga, then you must know there's something definitely wrong. Если вы не можете чувствовать себя счастливыми в сахаджа-йоге, тогда вы должны знать, что с вами что-то определенно не в порядке. If you cannot enjoy the company of Sahaja Yogis, then be sure something wrong. Если вы не можете наслаждаться обществом сахаджа-йогов, тогда будьте уверены, что с вами что-то не в порядке. If you cannot laugh and appreciate the greatness of God, then something wrong. Если вы не можете любить Бога и высоко ценить величие Бога, тогда с вами что-то не в порядке. If you are still worried about negative people and their problems, then know that there's something wrong. Если вы все еще беспокоитесь о негативных людях и их проблемах, тогда знайте, что что-то не в порядке с вами. If you have sympathies with negative people, then also there's something wrong. Если вы симпатизируете негативным людям, тогда также что-то не в порядке с вами. But if you have anger for negative and all that is negative, that is against Sahaja Yoga, then you are there. Но если у вас есть гнев к негативности и всему, что является негативным, что направлено против сахаджа-йоги, тогда вы там, вы в ней. When this thing gets mature, then you become the power of Ekadashi Rudra yourself. Когда он, этот гнев, становится зрелым, тогда вы сами становитесь силой Экадеши Рудры. Anybody who will try to insult you or to do any harm will collapse. Любой, кто попытается оскорбить вас или нанести вам какой-либо вред, рухнет. It has happened with many people who tried to be insulting to me or tried to harm me or anyway. Sometimes I'm quite worried about them. Это произошло со многими людьми, которые пытались быть оскорбительными со мной или пытались навредить мне каким-либо образом. Иногда я очень беспокоюсь о них. So one has to be in such a way that they become the Ekadashi. Поэтому нужно быть таким, чтобы стать Экадешей. Nobody can touch such people. Никто не может прикоснуться к такому человеку. But such a person is full of compassion and forgiveness. Но такой человек полон состраданием и прощением. As a result, Ekadasha acts much faster. В результате Экадеша действует гораздо быстрее. The more compassionate you are, the more powerful Ekadasha becomes. Чем более вы сострадательны, тем более могучий становится Экадеша. The more collective you become, the more Ekadasha acts. Чем более коллективным вы становитесь, тем больше Экадеша действует. Many people have a habit of receding back into their exclusion and saying they will be better be at home and it's all right. But they don't know what they are missing. Многие люди имеют привычку уединяться и говорят: «О, нам лучше побыть дома, это будет хорошо», но они не знают, что они теряют. Whatever may be your experience with others, you should stick on together, always attend programs, take leadership, go ahead with it, work it out, and you'll be blessed thousandfold. Каков бы ни был ваш опыт общения с другими, вы должны держаться вместе, всегда приходить на программы, принимать лидерство, идти вперед с ним, работать, и вы будете благословлены тысячекратно. Экадеша Рудра является, я бы сказала, всеми силами разрушения, собранными вместе. Is the power, destructive power of Shri Ganesha. Это разрушительная сила Шри Ганеши.
is the destructive power of Brahma, Vishnu, Mahesha. Это разрушительная сила Брахмы, Вишну, Махеши. It is the destructive power of the mother. Это разрушительная сила матери. Is the destructive power of the Ganesha of what you call? Shiva is the Brahma, Vishnu, Mahesha, and four of these are Bhairava and Hanumana, Kartikeya and Ganesha. Это разрушительная сила четырех – Бхайравы, Ханумана, Картикеи и Ганеши. And Ganesha. Ganesha. Also, the powers of Sadashiva and of the Adishakti. All the destructive powers of all the incarnations are Ekadasha. Также такие силы Садашивы и Адишакти, все разрушительные силы всех инкарнаций являются Экадешей. Now the last but not the least is the destructive power of Hiranyagarbha, which is the collective Brahmadeva. И последнее по счету, но не по значению, это разрушительная сила Хираньягарбха, которая является коллективной силой Брахмадевы. Brahmadeva. And this power, when it acts, every atom explodes. The whole atomic energy goes into a destructive power. И когда эта сила действует, тогда взрывается каждый атом. Вся атомная энергия входит в разрушительную силу. So thus, the complete total destructive power is Ekadasha Rudra. Таким образом, эта полная всеобщая разрушительная сила является Экадешей Рудрой. It's extremely powerful, explosive, but it's not blind. Она чрезвычайно могущественная, взрывная, но не слепая. It's very discriminating and extremely, delicately woven. Она очень хорошо умеет различать, и она чрезвычайно тонко соткана. It avoids all the good points and attacks the wrong things. Она обходит стороной все хорошее и атакует плохое. Avoids. Non si preoccupa delle cose che vanno bene, ma attacca le cose che sono negative. And it hits at the right time, at the right point, direct, without hitting anything that is good in between. И она точно наносит удар в надлежащее время и в надлежащем месте, не задевая ничего, что является хорошим в промежутке. Now the glance of Ekadasha Rudra falls upon someone, say, for example. And there is something in between which is divine or which is a positive thing. It penetrates through positive without harming the positive and hits the negative. Скажем, к примеру, взгляд Экадеши Рудры падает на кого-то, а на пути есть что-то божественное или что-то позитивное. Она проникает через позитивное, не нанося ему вреда, и ударяет негатив. Она охлаждает кого-то и сжигает другого. Not freezing. Не замораживает. It doesn't freeze. It cools down. Не замораживает, а дает прохладу. So that is how it works with such care and such delicacy. Итак, вот как она работает с такой заботой и такой деликатностью. And it is tremendously sharp also. И она также чрезвычайно отточена. And it's very painful. И она очень мучительная. It's not like cutting the neck in one shot. It goes on slowly, slowly. All the horrible tortures that you have learnt or heard about are expressions of Ekadasha only.
Она не отрубает голову одним ударом. Она делает это медленно-медленно. Все самые ужасные пытки, о которых вы знаете или слышали, являются ничем иным, как выражением Экадеши. Например, возьмем случай рака. The nose is removed, the tongues are removed, and the gullet is removed, and everything goes on one after, being removed with terrible pain, you see. При раке удаляют нос, удаляют язык, затем удаляют пищевод, затем все остальное одно за одним удаляется с ужасной болью, понимаете? Take leprosy, for example. The lepers cannot feel their fingers. They cannot feel it. So any rat or anything eats their finger, they can't feel it. So they start losing their fingers. Возьмем, например, проказу. Прокаженные не чувствуют своих пальцев, поэтому если какая-нибудь крыса или что угодно ест их пальцы, они не могут чувствовать этого, так что они начинают терять свои пальцы. Вот как Экадеша съедает людей, пожирает их. But this wrathfulness of the father can be very gentle and could be very sweet when it comes to his own children. Но эта гневность отца может быть очень мягкой и очень ласковой, когда она направлена на его собственных детей. The story is about the mother. Once she got very angry, the primordial mother, and she was so angry she wanted to destroy the whole world with her Ekadash power. And she tried to destroy the whole world. When she went into that mood, the father himself felt that she is being a bit too much angry. Вот история о матери. Однажды она, изначальная мать, пришла в столь сильный гнев, что она хотела уничтожить весь этот мир при помощи своей силы и Кадеши. И она пыталась разрушить весь мир. Когда она вошла в это настроение, отец сам почувствовал, что она очень уж чересчур рассердилась. So, when she started destroying, and she was going right and left, he didn't know what to do, so he took her child, that means representing Sahajyogi, you can say, representing Christ, or representing anyone of these great children of hers, that he put the child under her feet. Поэтому, когда она начала разрушать его, и она делала это направо и налево, он не знал, что делать. Поэтому он взял ее ребенка, что означает того, кто представлял Сахаджа-йога, можно сказать, или представлял Христа, или представлял любого из ее великих детей, и поставил этого ребенка у ее ног. O qualunque di questi bambini realizzati e l'ha messo ai suoi piedi per propiziare. So when she was stamping, suddenly she saw her own child under her feet, and she had such a big tongue came out. She just stopped balancing. Поэтому, когда она топтала ногами, внезапно она увидела своего собственного ребенка у себя под ногами. Ее такой большой язык высунулся от неожиданности, и она остановилась, чтобы сохранить равновесие. Но это случилось только однажды. So after the Ekadashi Rudra, ultimately the complete destruction comes through the anger of Sadashiva. Так что после Экадеши Рудры приходит полное окончательное разрушение через гнев Садашивы. When the final total destruction takes place. Всеобщее окончательное разрушение имеет место. So thus we have seen how Ekadasha Rudra acts and how Sahajyogis have to become themselves Ekadasha Rudra. Итак, таким образом мы увидели,
как действует Экадеша Рудра и как сахаджа-йоги должны сами становиться Экадешей Рудры. Now to develop this power, one has to develop a tremendous power of detachment. Power of detachment. Чтобы развить эту силу, необходимо развить колоссальную силу непривязанности, силу непривязанности, непривязанности к негативу. For example, negativity can come from very near people like brother, mother, sister, could come from friends, could come from relatives. Например, негативность может исходить от очень близкого человека, такого как брат, мать, сестра, может исходить от друзей, может исходить от родственников. It could come from a country, it could come from your political ideas, economic ideas, anything like that. Any misidentification can destroy your power of Ekadashi. Она может исходить от страны, она может исходить от ваших политических представлений, экономических представлений, чего угодно подобного этому. Любые ложные отождествления могут разрушить вашу силу Экадеши. So it is not only sufficient to say that I am surrendered to Sahaja Yoga and I am a Sahaja Yogi, but you must know mentally also what is Sahaja Yoga. Поэтому недостаточно только сказать: «Я отдался на милость сахаджа-йоги, сейчас я сахаджа-йог». Но вы должны знать также и на ментальном уровне, что такое сахаджа-йога. Поэтому и умом вы должны понимать, что такое сахаджа-йога. Because in the West especially people are over-intelligent. And if the light of Sahaja Yoga doesn't enter into their intelligence, you can never overcome your attachments. Потому что люди, особенно на Западе, слишком разумны. И если свет сахаджа-йоги не достигает их ума, вы никогда не сможете преодолеть свои привязанности. That doesn't mean you talk too much about Sahaja Yoga or you give lectures on that, but mentally you should also understand what is Sahaja Yoga. Это не означает, что вы слишком много говорите о сахаджа-йоге или читаете лекции о ней, но и на ментальном уровне также вы должны понимать, что такое сахаджа-йога. Today is a special day when it has been asked that we should have Ekadasha Rudra Puja, and is for all kinds of false religious sects and false gurus and false religions, which are followed in the name of God. Сегодня особый день, когда было предложено, чтобы мы провели пуджу Экадеши Рудры, и она направлена против всех видов ложных религиозных сект и лжегуру, и лжерелигий, которым следуют во имя Бога. Or any religion that does not say about self-realization and does not achieve self-realization and does not get connected with God is false. Или любой религии, которая не говорит о самореализации и не достигает самореализации и не связана с Богом и посему является ложной. So any such thing that is just speak and talks of God but has no connection with God cannot be a true religion. Поэтому любая такая вещь, которая является просто обманом и говорит о Боге, но не имеет никакой связи с Богом, не может быть истинной религией. Of course, it gives a balance to people, but on in giving that balance, if people live on that money and try to enjoy a wealth out of that money, then it is not even at the very lower level is religion.
like a balance, you see. Religion has to give you a balance to begin with. But in that balancing, when they tell you, you have to be balanced, but give me money for that. You must give me money, give all your purse, give you everything. Then that cannot be balanced. It does not even have a slightest thing of the blessings of God. Конечно, она дает равновесие людям, но если она, давая это равновесие, позволяет людям жить на эти деньги, и они стараются наслаждаться богатством, полученным благодаря этим деньгам, тогда она не может быть религией даже самого низкого уровня. Как равновесие, понимаете, религия должна давать равновесие для начала. Но в этом равновесии, когда они говорят вам, вы должны быть в равновесии и так дальше, но дайте мне денег за это, вы должны дать мне денег, вы должны отдать мне весь этот кошелек, отдать все, тогда это не может быть равновесием, это не имеет даже малейшей частицы или благословения Бога. Или любая религия, которая заставляет вас поклоняться кому угодно, но не инкарнации, не является религией, это что-то другое, что является абсолютно ложным. Настоящая религия даст вам равновесие и всегда будет говорить о восхождении. But they will not ask for money or make one man something great as venerated. Но она не будет просить денег или делать из одного человека что-то великое, перед чем надо благоговеть. Thus we should learn to discriminate between falsehood, negative things, and real things. Так что вы должны научиться различать, где ложь, где негативные вещи, а где реальные вещи. Once you develop that discrimination through vibratory awareness or through your intelligence, you are in the control of yourself. Как только вы разовьете это распознавание посредством вибрационного осознания или посредством вашего разума, вы будете находиться под контролем вашего духа. И тогда вы станете этой силой Экадеши. Когда вы установите свою зрелость. Сегодня я благословляю вас всех, чтобы вы все стали этой силой Экадеши Рудры, и чтобы вы развили эту искренность, которая приведет вас к этому состоянию. Да благословит вас Бог!